Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас рецепт с крыжовником. Крыжовник – это вот такая красивая ягода, похожая на маленький арбуз. Ягодки очень красивые и похожи на изумруд. Еще с программы 5 класса я знаю, что в прошлом столетии крыжовник считался символом благосостояния человека. В рассказе Чехова «Крыжовник» главный герой рассказывает о том, как его брат всю жизнь мечтал и копил на частный дом, где растет крыжовник. Это был предел мечтаний о благосостоянии человека. В какой-то мере я согласна с этим утверждением, потому что крыжовник содержит в себе очень много витаминов и микроэлементов. Например, в нем содержатся фосфор, медь, железо и многие другие элементы, которые очень полезны для организма человека. А сегодня мы будем печь пирог с этой чудо-ягодой. Пирог получается очень простым, легким и летним. Давайте начнем! Для начала удаляем хвостики и усики с наших ягод. Берем крыжовник и подрезаем его ножницами, то есть его усики и хвостики. А тут уже нет усика. Я очистила 300 грамм ягодок. Посмотрите, как они похожи на бусинки. Даже немного напоминает изумруд. Итак, приступаем к приготовлению теста. В мисочку отправляем 3 куриных яйца. Немного взобьем венчиком. Сюда отправляем ванильный сахар. Хорошенько размешаем. Ванильный сахар придаст аромат нашему пирогу. Готово. Сюда отправляем сахар. Немного размешаем. Думаю, столько размешиваний хватит. А теперь в нашу массу вливаем йогурт. У меня 2 йогурта. Один со вкусом персика и абрикоса, а второй со вкусом ягодного мороженого. Давайте сделаем вот так. Уи, как в рекламах. Смотрите, одна часть розовая, а другая белая. И перемешаем. Тесто окрасилось в очень красивый и приятный цвет. Теперь соединяю муку и разрыхлитель. Добавляю одну пачечку в муку. И размешаю лопаточкой. Смесь готова. Отправляем ее в тесто. Отправляем понемногу и замешиваем. Сначала замешаем такое количество. После добавления йогурта тесто стало пахнуть очень и очень приятно. Так и хочется съесть. Со стенок вот так снимаем муку. Тесто уже начинает загущаться. Еще немножко муки, пожалуй. И размешиваем. Я получила нужную консистенцию теста. Теперь сюда отправляю растительное масло. Вливаю все и перемешиваю. Ой,
Вот таким способом мы замешиваем масло с тестом. Растительное масло обязательно должно быть без запаха. Летом особо не хочется есть жирную выпечку. Из-за этого я добавила в свой пирог растительное масло. Благодаря этому пирог выйдет легким. Перемешиваем наше тесто до тех пор, пока оно не станет однородным. Предварительно формочку я смазала сливочным маслом. Теперь туда наливаем тесто и отправляем крыжовник. Распределим. И положим ягодки. Друзья, наш пирог почти готов, осталось только отправить его в духовку. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов до полной готовности. Готовность, как всегда, проверяем деревянной шпажкой. Друзья, пирог готов, освобождаем его из формы. Помогаем ножом себе и вытаскиваем из формочки. Будьте аккуратны, форма очень горячая. Смотрите, какая красота! Какой румяный пирог! И аромат стоит на всю квартиру. Очень сильно пахнет йогуртом, в который мы добавляли тесто. Очень красиво! Я думаю, это идеальный пирог. Отложим его в сторону. Сейчас будем готовить заливку. Теперь будем готовить простейшую заливку. Для этого нам понадобится всего лишь два ингредиента. Это 3 столовых ложки сахарной пудры и 1 столовая ложка сметанки. Берем сметанку, кидаем ее сюда и смешаем. Набираем в кулечек из пергамента заливку. Края подогну, чтобы заливка не вылилась. Украшаем заливкой пирог. Теперь посмотрим, какой пирог у нас получился в разрезе. Разрез. Пирог режется легко. Разрезано, давайте вытаскивать. Сочнейший пирог. Пирог получился в меру сладким, с кислинкой крыжовника. По-настоящему летний и легкий пирог, очень вкусный. Приятного аппетита мне и вам! Всем спасибо за просмотр, всем пока!